Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня мы отправляемся в поездку по Калифорнии, продолжая нашу традицию использования электрических машин. Мы едем в поездку по Калифорнии на Tesla 3 и будем делиться с вами своим опытом. Мы только что сели в Tesla, которую мы сорендовали от фирмы Hertz. Но достаточно сильный шум в нем. Continue on Claremont Mesa Boulevard for half a mile. Говорит, что левое окно полностью не закрывается, поэтому мы едем опять в Герц, фирму Hertz, чтобы поменять автомашину. Настраиваем температуру воздуха в салоне, а также узнаем, как настроить автопилот. Теперь настраиваем зеркала. Got to push this little button here on the steering wheel. And that way we pull it down for navigation. Okay, we're set. Выбираем живописную дорогу номер один, которая начинается в Лос-Анджелесе. Ну что ж, поехали. We're on our way up to Highway 1 from San Diego, so we got about 79 miles to enter that by Dana Point. Мы едем по шоссе номер 5 из Сан-Диего в Лос-Анджелес. Мико очень нравится функция автопилота в машине. We are driving autopilot. Yes, absolutely. It's very pleasant. Now I'm enjoying the ride. A little bit. Should not. Мы проезжаем базу морской пехоты Кэмп Пендлтон. Из-за того, что тут расположена база, тут нет больших застроек. Мы проезжаем мимо атомной электростанции Сан-Онофре. Она была остановлена в 2013 году после того, как были обнаружены дефекты в замененных парогенераторах. В настоящее время она находится в процессе вывода из эксплуатации. Мы сворачиваем с шоссе номер 5. Увидимся в моем следующем фильме в Dana Point. Смотрите мои фильмы и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка.